Здравствуйте, друзья, доброе утро. У нас тут на строительных фронтах единственная перемена, которая произошла, вот этот вот грунт выкопанный, который нужно увозить, его закрыли пленочкой. Ждут дождя, какого-то то ли очень сильного дождя, не могу сказать. В общем, вчера ничего не делали, сегодня ничего не делают, все ждут дождя. Ну, не знаю, дождутся, не дождутся. Небо, вот вы видите такое, ну, не знаю, что сказать. Так небо и небо. Пойдет дождь, я не удивлюсь. Там не пойдет дождь, тоже не удивлюсь. В общем, просто я знаю, что нас смотрят и ждут, что дальше-то. Но пока вот, пока ничего. Вот чего было, утром я вчера снимал, вот то же самое примерно и осталось.